В больницах Самарской области на лечении сегодня находятся 3446 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, у 90% пациентов течение болезни средней степени тяжести, 55% пациентов кислородозависимы, поэтому почти на тонну за неделю увеличился среднесуточный расход кислорода. Свободный коечный фонд 11,5%. Что касается амбулаторных пациентов, то им проводится своевременная диагностика, обеспечение лекарств средствами, мониторинг состояния. Утверждаю, что проблем с обеспечением нет. Большинство проблем связано с какими-то нарушениями логистики. Имеется достаточный запас лекарственных препаратов. Ожидаем следующей поправки бюджета еще около 70 миллионов рублей. На прошлой неделе немного снизились темпы вакцинации. Сейчас привиты 983 тысячи человек. Из них свыше 828 тысяч завершили вакцинацию. На данный момент от плана, который составляет 60% взрослого населения, которое необходимо привить до 1 сентября, выполнено 63%. К 1 ноября необходимо привить 80% жителей старше 18 лет. Сейчас, понятно, есть особая, наверное, ситуация общественно-политическая. И мы достаточно мягко к этому подходим, и пусть путь будет длинный, но как бы это, наверное, это должно быть эффективно, но значит, и оправдано с точки зрения там, того, как люди воспринимают давление. Там, мы сейчас не можем допустить давления такого жесткого. На оперативном штабе было принято решение не проводить мероприятия численностью более 1000 человек. При этом специалисты Роспотребнадзора рекомендуют тщательно соблюдать все необходимые меры безопасности, в первую очередь масочный режим и социальное дистанцирование. Виктория Шара и события.